Так, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Toyota Supra от Tamiya, 24 масштаб. Покажу коробочку. Спортивной версии. Не знаю, кольцевые гонки, не кольцевые. Без понятия. Сейчас посмотрим, что внутри. Так, эти литники я все распечатал уже. Так что буду показывать так, что есть у нас. Сейчас покажем кузов. Вот такой вот у нас кузов. Качество литья хорошее, косячков пока таких особых не видел, ну только если от этих идет прессовки, стыки или от литья, от чего там они. Так, так в принципе даже ничего сделали, только не знаю, почему вот здесь сделали передние арки, надо будет вклеивать, фендера получается. Сзади уже готовая, вот странно как-то. Расширенная получится. Так, ну, посмотрим остекление. Остекление не ванна идет. Остекление без косячков, без всяких повреждений. Масок на стекла в комплекте нету, что надо будет самому что-то придумывать. Это заднее стекло. Передние фонари у нас такие. Это туманки, противотуманки, не знаю. Еще какие-то дополнительные. Это задние фонари, это тоже стекла на задние фонари. Получается, это внутри ставится у нас, это снаружи. Остекление. Как-то так. Ну, без дефектов, главное же, он блестит зеркально. Это самое главное, что остекление восстанавливать очень запарно. Давайте, наверное, вот так переверну. Спортивный руль. Это, скорее всего, рулевая будет. Рейка. Нет, не рейка, как она называется. Ну, в комментах напишите. Педали. Это уже задняя подвеска или передняя. Ну, какая-то подвеска пошла у нас. Я даже не знаю, что такое. Так, тормозные диски. С суппортами. С перфорацией идет. Сейчас плохо видно, конечно, на фото. В конце видео будет видно лучше. Я все сфоткаю. Такой обычный салон спортивный. Минимум всего. Это я не знаю, что даже такое. Так, это амортизаторы с пружинами, передние и задние. Так. Поворотные кулаки вроде передние. Что это, скорее всего, задняя подвеска. Редуктор задний с полуосями. Часть кардана какая-то есть. Торпеда спортивная. Это я не знаю. Так, зеркало заднего вида. Это, походу, ручка коробки передач. Стабилизатора.
передний, либо задний, без понятия, какие они тут. Так, само шасси или трансмиссия. Или днище можно назвать. Как вам лучше. Опять задняя подвеска. Или передняя. Ну, подвеска, в общем. Коробка отдельно идет. Имитация, так сказать, нижней части двигателя и коробки. Видите, какое пространство большое здесь. Можно, в принципе, и двигатель поставить сюда. Вырезать капот, поставить движок. В принципе, может, так и сделаем. Это у нас передняя губа. Это радиатор охлаждения. Это вот эти две части, это вот эти три, скорее всего, спойлер. Какие-то проставочки, не пойму на что вообще. Воздухозаборники на капот. Так, это каркасы безопасности. Еще дополнительные радиаторы. А вот сами фендера, или передние, которые я сказал, что они вклеивать отдельно, да вот они сами есть. Так вот они выглядят у нас. Так, выхлопная система сама идет, полностью прямая, прямоток. Это огнетушитель, скорее всего. Можно... конечник, так сказать, выхлопная система. Вот, а я понял, что это зеркала у нас заднего вида. Да, они в крыло вставляют, судя по картинке на коробке. А также в комплекте и стоковые есть, то есть у нас два комплекта зеркал, стоковые и спортивные. Каркас безопасности. Вторая его часть. Основная. Еще часть каркаса безопасности. Вроде все пока два. На фотографиях будет. В конце видео можете посмотреть. Кто досмотрит до конца, конечно, видео. Сетка в банке, не металлическая, в некоторых наборах тони идет металлическая. Тут для установки колес. Сами колеса, конечно, я уже распаковал. Вот как идет у нас. Разноширокие колеса, резина спортивная, лысенькая. Хром полностью диски. Вот еще два колеса. Да. Передние и задние. Декальки. Это на диске. Прочитал патенты, написано на фотке, видите потом. Я все сфоткаю, все, что тут есть, фотографирую. Все будет в конце видео. Более подробно вам посмотрю. На видео все равно, только ничего особо не видно. А деталей, конечно, очень много тут. Ремни, может, даже не декалями постараюсь сделать из ткани, скорее всего. А посмотрю, что у меня осталось там, и потом посмотрим.
Собирать, конечно, я не знаю, когда я буду. Не скоро еще надо будет заказать, скорее всего, я думаю, двигатель поставить. Все-таки Toyota Supra, так сказать, легенда. Вот. Какая она должна быть собрана? Сама инструкция. Ну, фотографии будут, я так сейчас по-быстренько вам покажу, какая сама она. Что из себя вообще представляет. А на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Da 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 da